Светооператора попросим выключить свет в зрительном зале. Итак, уважаемые гости, встречаем ансамбль «Медина» под управлением заслуженной артистки Российской Федерации и Республики Татарстан Найли Фатеховой. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы очень рады, что сегодня в такой замечательный, радостный день, в дни празднования рождения нашего пророка Мухаммеда, салям, мы вместе с вами, альхамду лилля, и хотим исполнить наши произведения. Айди але салаватна. Шарафетдинова, и я, Наиля Фатехова. Мы очень много ездим по многим странам арабским. И действительно рады, что сегодня мы можем наше произведение петь вместе с вами. Салаваты эдагис дергаляр. Салятулла. Салятулла, салямулла, салямулла, салятулла, салямулла, валя ясин.
Салемулла, Салемулла, Валяясь Эбиби. А это произведение написано на русском языке. Его нам подарил Ясина Мустафин, а музыку мы пишем сами. И мы выступаем во многих мероприятиях других конфессий. И вот Иосиф Давыдович Кобзон называет нас мусульманским хором. Ну а здесь мы рады, что мы вместе с вами. Венец пророков. Далеко и знойной пустыне песок по барханам шуршит, у юной чистой Амины малыш на коленях лежит, и счастливо сына Амина раб внуку Абдуль-Муталиб. Вселенная, слушай отныне, путь к истинной вере открыт. Салаллаху алейхи Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. Салаллаху алейхи Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. Нет лучше на свете создания, ты Божьих пророков венец, причина всего мироздания, отрада покорных сердец. Мир ожил с твоим появлением, и в клочья невежества ты, и тьма преклонила колени пред вечным сиянием твоим. Салаллаху алейхи Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. Салаллаху алейхи Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. Сколь счастливы были сахабы, что вместе об руку рука, на миг оказаться бы рядом, но нас разделяют века, но нас разделяют века. Салаллаху алейхи Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. Салаллаху алейхи Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. Сегодня нам пишут и наши московские авторы. Одна из поэтесс, Назифа Каримова, сейчас вы услышите произведение, которое она писала на татарском языке. 25 имен пророков, которые упоминаются в Коране. Ас-саляту ля наби, ва-саляму аля расуль, валь-анбия иль-мурсалин, куллюхуму каррамун, дерслик юлан Аллах курсакен, Пайгамберлерин жиберген, Кыргэнде олар едермемиш, Исимлерин билерге дейш, Адам Идрис Нухуд Салим, Ибрагим Лут Исмаил, Исхак Якуб Юсуф Аюб, Шуайб Муса Арун Зуликипли, Дауд Салима. Сальеса, Юнас, Захарья, Яхья, Айсе, Инсанга, Сресулебес, Мухаммед, Аль-Мустафа, Ас-саляту аля наби,
ас-саляму аля расуль, валь анбия иль-мурсалин, куллюхум мукаррамун, безнең пәйгамбәре күркәм кеше, ул Аллаһның рәсүле. Син яратаны кәлбеңе, инсен Аллаһның сүзе, Әдәм Идрис Нухуд Салих, Ибраһим Лут Исмаил, Исхак Якуб Юсуф Аюб, Шуайб Муса Һарун Зулькифли, Дауд Сулейман Илья Ильяса, Яхья Айса, Инсагасы Расулебез, Мухаммед Аль-Мустафа, Ас-саляту аля-нави, Ас-саляму аля-расуль, Валь-анбия иль-мурсалин, Куллюху мукаррамун, Салавату Кутайямберге, Әйтсіңдер шәп салават, Мәтмин мұсылман қабылсын, Изге сөзілер әмәне, Әдәм Идрис Нухуд Салих, Ибраһим Лут Исмаил, Исхак Якуб Юсуф Аюб, Шуайб Муса Һарун Зулькифли, Дауд Сулейман Ецельеса, Юнас Захарья, Яхья Айса, Инсангасы Расулебез, Мухаммед Аль-Мустафа, Науид Кулюбанмея Аллах, Текайби Расуликая Аллах, Науид Кулюбанмея Аллах, Текайби Расуликая Аллах, Науид Кулюбанмея Аллах, Текайби Расуликая с праздником, а мы передаем слово следующим исполнителям, которые на этой замечательной сцене